Всем привет, ребята, и это ролик на 200 тысяч подписчиков. Ничего годного я не придумал, как показать лучшие моменты, события и то, что могло бы быть с каналом. Но для начала я хотел бы сделать небольшой конкурс именно для вас. Ну и мы с вами на прямых трансляциях решили, что будет 10 мест по 500 гемов. Это будет честный конкурс, ведь итоги вы увидите на стримчике 28 октября. Что нужно сделать, чтобы поучаствовать в нем? Все просто. Это поставить лайк этому ролику, подписаться или быть подписанным на моем канале. Про колокольчик не забываем. Сделать репост этого ролика в соцсети можно перейти ко мне на страницу в ВК и сделать репост там. Ну и не забыть скинуть ссылку на себя в комментарии. Желаю всем удачи, 10 мест это не одно, поэтому шанс есть у всех. Ну и что ж, начнем. Первое, что вы должны знать, это мой первый канал, который был заблокирован. Всем здорово, с вами Тима. И сейчас вы явно задаетесь вопросом, что за дичь? Новый канал... Записываю сюда ролик. Для чего? Ты теряешь 20 тысяч подписчиков, записываешь сюда ролик. Так вот, друзья, моего основного канала уже скоро просто-напросто не будет. Ну и конечно, должен же был я на чем-то хайпануть. Это наша рубрика, которая сейчас неактивна. Сегодня у нас РДА. Вы, конечно, не поймете, что такое РДА. Редкостный типицел. Нет, конечно же, это развитие дисбалансного аккаунта. Все это время, что я снимал ролики по Клэшу, я находился только в одном клане. И это первая юбилейная дата в клане Друзья. И хочу всех участников клана Друзья поздравить то, что мы уже 10 уровень. Да, в грандиозном КВМ на 50 человек мы, конечно, слили. И это было очень обидное поражение, честно говоря. Всего одна звезда, хоть и по процентам мы лидировали. Конечно, мы слили КВ, мы уже 10 уровень клана, и это было хоть как радостное событие. Ведь левел клана не главное, главное общение в клане. Ну и какие-никакие, но достижения в клэшке у меня есть. Наконец-то я добрался до этой лиги, титановой лиги, 4100 плюс кубков. У меня сейчас 4110 кубков. Очень рад, много людей спрашивали, когда же ты все-таки дойдешь до титановой лиги, так как у меня было 4020 кубков. Оставалось всего 80 кубков, но я покупал щит и сидел под ним как бы и дальше не шел из-за того, что не хватало времени подниматься дальше. Но сегодня я собрался и все-таки без сливов, без фейлов дошел до титановой лиги. И сразу же хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, кто меня подбадривал, ставил лайки на видео с походом в титан. Всем огромное спасибо за столь огромную поддержку. И сразу же отвечу на комментарии. Есть такие люди, которые пишут: да это жизнь, до титана дойти. Есть ТХ-7 в титане. Друзья, я сам поднимался, я ощутил, что это действительно очень трудно. Но на ТХ-7 это действительно очень сложно, даже сложнее, чем на ТХ-8. Да-да-да. Clash Royale я тоже играл, и аккаунты у меня были такие. Первый левел 8 арена, 7 левел 10 арена, и на тот момент 10 левел 3800 кубков, это вроде была 11 арена. Всем привет, друзья, с вами Тима, и сегодня я хочу поделиться с вами своим счастьем, радостью, своим успехом. Я все же дошел до 9 арены, 6 уровнем. И, кстати, я могу даже так сказать, я зашел на 9 арену за 5 дней, то есть с 1 арены до 9 арены. И могу сказать, что на ютубе я таких роликов не видел, поэтому это будет мировой рекорд по подъему за 5 дней до 9 арены. Друзья, я все-таки добрался до этой арены. Сыграл еще целых 5 боев, но все-таки я уже на 7 арене. И этот канал не без страйков. На этом канале тоже висело 3 страйка. 28 июня прилетел страйк на канал от Supercell. Ну и как вы думаете, проходит ровно один месяц, и 28 июля прилетает еще целых 2 страйка на 7 видео. Представляете, какие они жесткие вообще. То есть, уже 3 страйка на канале. А это значит, что видео грузить я не могу, и если я не решу проблему за 7 дней, мой канал будет удален. Я не хотел вставлять этот фрагмент видео, потому что он и радостный, и печальный. Тут показана 300-я победа клана Друзья и 40-я серия. Но там я снимал на аккаунте, который заблокировали Supercell, который уже хороший ТХ-12, и который я больше не увижу. Всем привет, ребятушки, с вами, как всегда, Туму, Тиму, Тами... Тима! Наконец-то я вспомнил свое имя, а то, глядишь, с такими комментариями скоро его вообще забуду, то вообще елки-палки Дима. Сегодня у нас тема ролика посвящается нашему клану Друзья, потому что у нас целых 2 значимых даты. Во-первых, это 2 дня назад у нас была юбилейная 300-я победа в КВ, а сегодня 40-я серия побед. Кстати, набора в клан нету, он закрыт, нету набора, не спрашивай.
Академки тоже нету. Академки никогда не было и не существовало. До сих пор задаете вопрос, где Академ? Да, действительно, Академ был, назывался он Патриот, но в итоге клан продали, и этот клан уже давно наш не Академ. Но, как я вам обещал, будет скоро новый Академ. Всем привет, друзья, с вами Тима, и это вторая часть перехода клана Патриот на 9 уровень. Как вы уже видите, мы перешли на 9 уровень и одержали в КВ победу, чему я очень рад. Счет был 146-112, мы не выбили всего 4 звезды, и то могли бы 2 звезды добить, но по истечении времени нам попросту не хватило атак. Вспоминать прошлое, конечно, хорошо, но нужно думать о будущем. Огромное спасибо вам за актив, за вашу поддержку, но у меня остается сказать только пока.